Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса. 10 сентября». Появилась информация о том, что в Одесской области демонтирован спиртопровод. Пограничники подольского отряда совместно с сотрудниками СБУ на центральном участке Украины-Молдавской границы на глубине около 2 метров обнаружили шланг для переправки спирта через государственную границу. Пластиковый шланг длиной 400 метров пролегал от границы с Молдовой до частного дома. Подземную магистраль сделали для переправки спирта соседям. Воспользоваться ею не успели.